Международный валютный фонд признал, что греческий долг необходимо реструктуризировать. В МВФ также предложили выдать Афинам еще 60 миллиардов евро. Помимо дополнительной финпомощи, фонд предлагает отложить все выплаты по кредиту аж на 20 лет. За этот период предполагается, что Греция сможет решить финансовые вопросы и расплатиться с кредиторами. Таким образом, громкие высказывания главы греческого Минфина Яниса Варуфакиса и главы государства Алексиса Ципраса не прошли незамеченными.